Всем привет! Сегодня я хотел вам рассказать про вот такую вот фритюрницу от компании Sauter. Вот это фритюрница, которая жарит все без масла. И сейчас мы раскроем ее и посмотрим поподробнее, как она выглядит. И я вам все расскажу про нее по подробностям. Итак, поехали! Кстати, смотрите, что можно, какие вкусности делать с помощью этой фритюрницы. Это круто. И я очень надеюсь на то, что внутри в самой коробке будет находиться книга с рецептами, как это все можно приготовить без каких-либо проблем. Давайте перейдем к распаковке и посмотрим, что находится внутри и как это все выглядит на самом деле. Так, давайте распакуем ее. Я, кстати, еще скажу, сколько она стоит. Ведь это одна из главных целей распаковок и обзоров всего, что обозревается в интернете. Правильно? Напишите мне в комментариях, правильно ли я говорю и рассуждаю. И для этого ли вы смотрите обзоры товаров в интернете непосредственно. Так, это оставим пока сюда, чтобы нам не мешало. И, кстати, да, смотрите, здесь есть книжечка, и я все-таки уверен, что здесь есть в ней рецепты. Так, это все в сторону. Достаем аккуратненько. Вот она, фритюрница. О, белого цвета. Жалко, я думал, что она будет темного цвета. Я надеялся, по крайней мере, на это, что она будет темного цвета. Вот так вот, я думаю, будет видно лучше. Это убираем все в сторону. Это нам не нужно. Так, и да, я не сказал, сколько это все добро стоит. Сейчас вам моментально скажу. В шекелях это все стоит 1090 шекелей. Если перевести это все в долларах, то стоимость будет 340,5 долларов. Вот. Это чтобы вы знали, если вы захотите приобрести себе такую же. Итак, данная фритюрница использует продвинутый патент, который позволяет готовить еду без использования масла. И я считаю, что это хороший патент для тех людей, которые следят за своей фигурой и не хотят передать много масла, жира, которые просто хотят постоянно быть в форме. Это, по-моему, идеальная штука. Кстати, посмотрите, вот ее форма, мне кажется, такая удачная. Она чем-то напоминает этого робота из Звездных войн. R2-D2, если я не ошибаюсь, напишите мне в комментариях, потому что я как бы Звездные войны не смотрел, но знаю, что есть такой робот. Вот. По-моему, отлично. Обладает дисплеем, на котором видно все, что все функции этой фритюрницы, видно температура и что она делает, с какой температурой она готовит, время, которое она будет использовать для приготовления того или иного блюда. И еще также много всего интересного можно видеть на данном дисплейчике. Такой дисплей для информации. Также есть, вот непосредственно давайте откроем. Опа. Открываем с одной стороны, с другой тоже, наверное, есть. Я не знаю. Да, есть. Вот. Раз, два. И здесь его тоже надо снять. Вот. Потихонечку. Вот. Да. Здесь надо было отодвинуть просто, чтобы достать. Я этого не знал. Вот это вот непосредственно как раз и есть сам сосуд, который
добавляется еда и все, что, в принципе, вы хотите приготовить. Вот так вот он изнутри выглядит. Это все нержавейка, я так понимаю. Вот. Сюда вниз стекает, видите, здесь сеточка. Вниз, получается, стекает вся жидкость, все соки, которые выделяет еда при приготовлении. Вот. И потом это все можно спокойно вот вылить. И у вас еда получится без лишнего жира и без лишней жидкости. Все как надо получается. Так, все. Закрыли. Кстати, с помощью чего происходит готовка без жира, так сказать. Все очень просто. Здесь все происходит из-за того, что внутри самой фритюрницы образуется горячий воздух. Забор идет вот с этой стороны. Воздух обычного. Он нагревается уже непосредственно в самой фритюрнице. И при помощи этого воздуха и происходит сама готовка. Получается, горячий воздух внутри разгоняется, нагревается, и таким образом все внутри готовится. И получается здоровая, полезная еда. Кстати, вот эти вот, вот эта вот ручка и сама фритюрница сделана из такого материала, который отталкивает жар, то есть во время готовки это ничего не горячее, и также оно не электризуется и вас не ударит током в случае чего-либо. И это очень хорошо. И, кстати, да, вот все, что внутри сделано, то, что я вам показывал, вот эта вот штука и то, что внутри еще находится, все это сделано из нержавейки. Кстати, вот это вот этот экранчик дигитальный, он также имеет сенсорное управление. Вот. И все, что вам надо изменить температуру, скорость, время, вы это все делаете непосредственно на этом экранчике, что, по-моему, круто. Кстати, что я еще не сказал, вот этот вот сосуд, этот сосуд обладает вместимостью 3,5 литра, что, по-моему, довольно-таки прилично, как по мне. Все, что необходимо приготовить, сюда поместится без каких-либо проблем. Да что ж мне? Вот, нормально. Также в фритюрнице уже установлены автоматические программы для приготовления вашей здоровой еды. И ничего не надо трогать, нажимать. Просто выбираешь ту программу, которая необходима на экранчике дигитальном. И все, вуаля, она будет готовиться без каких-либо проблем. Что избавит от того, что необходимо думать, как и что приготовить. Просто у вас уже в самой фритюрнице есть программа, которая вам поможет это сделать. Кстати, кто не знает, Sauter — это французская торговая марка крупной бытовой техники. Это информация для тех, кто, возможно, не знал и слышит, может, первый раз, может, где-то мельком слышал о такой компании, как Sauter, но не знает, что это за компания и какой стране она принадлежит. Сегодня Sauter — это популярный бренд в мире бытовой техники во Франции со средней ценовой политикой, который рассчитан на массового потребителя. То есть обычный человек среднестатистически пользуется этим брендом и во Франции, и также по всему миру. Кстати, насколько я знаю, у нас в Израиле эта фирма действительно популярна, и многие люди покупают себе технику именно фирмы компании Sauter.
Кстати, обратите внимание, как по мне, крышка сверху вот так же сделана оригинально. Такой узор довольно-таки прикольный. Также эта фритюрница может быть просто как интерьер на вашей кухне. Потому что действительно футуристический такой дизайн у нее ног. И в принципе красивая техника. Вот. И она довольно-таки еще и полезная, так как она поможет вам питаться здоровой и вкусной пищей. Давайте сейчас я включу ее в электросеть. Кстати, питается на 1500 ватт, если не ошибаюсь. Давайте я ее включу сейчас в сеть, и мы посмотрим, как выглядит вот этот вот экранчик. После включения в электросеть у нас появляется вот такая вот кнопочка. Точнее, кнопочка, это как иконочка, это все также является таким экраном управления. На нее нажимаешь, опа, все полностью, весь экран загорается. Вот здесь мы видим минуты, с которыми она работает, плюс температура. Здесь у нас, вот видите, есть возможность выбрать, что мы будем готовить. Мясо, это пирог, по-моему, пицца, крылышки или ножки. Температура, опять картошка фри. Это спагетти, я, наверное, думаю. Это рыба, креветки. И сразу выставляется температура, с которой это все должно готовиться. И это стейк. Температура и время, с которой это все должно готовиться. Также все можно температуру, время увеличить. Вот с этой стороны это увеличение времени, а это увеличение температуры, которое вам необходимо. Но сразу же при включении и при выборе блюда, которое вы хотите приготовить, Sauter сам вам представляет и предлагает оптимальное время и оптимальную температуру для готовки того или иного блюда. По-моему, круто. Очень полезная вещь, как я считаю. Напишите об этом мне в комментарии. Я думаю, что любая домохозяйка, хорошая домохозяйка, будет довольна иметь в своем арсенале такую фритюрницу, которая готовит такие полезные вещи, особенно, главное, диетические. Так что я вам рассказал, что это такое и как она работает. А дальше выбор за вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, и до следующих встреч. Всем пока-пока.